И на суше, и на море. Французские власти решили усилить охрану пассажирских судов, прибывающих из Великобритании. Теперь, как только корабль пересекает границу, на него высаживаются военные патрули. Впервые такую систему уже опробовали на маршруте Портсмут-Кан. Чтобы не пугать пассажиров, им объявили, на судне проводятся военные учения. Патруль прибыл на вертолете и оставался все время на территории Франции. Пока военные находились на борту, пассажиры могли свободно передвигаться, за исключением момента посадки вертолета. Эти меры власти предприняли, чтобы предотвратить саму возможность террористических актов в море. Но в Чехии тоже решили обезопасить себя от возможных атак. Президент Милош Земан считает, что его страна должна отклонить все просьбы принять беженцев. Он же является самым ярым противником приема мигрантов в республике. Кроме того, ранее он выступил за легализацию оружия из-за угрозы терроризма. Мы не ксенофобы. 5% населения Чехии – иностранцы, которые замечательно интегрировались в наше общество. Но когда мы говорим о миграции, мы забываем один термин. И это миграция исламистов. Политкорректность, друзья, это великая ложь.